Ну что ж, встречаем в красном углу ринга Медведев Стас. Медведев Стас, спортивный клуб «Ярополк». Я Медведев Станислав, мне 18 лет. В клубе «Ярополк» занимаюсь 3 года. Участвую в турнирах, побеждаю, не побеждаю. Я хочу выразить свою благодарность сотрудникам «Альфа», что они отдали жизнь за нас, за Россию. Низкий вам поклон. Я готов к бою, нужна только победа. Стас, а вычеркни лишнее слово из этих 4 вариантов. Федор Емельяненко, Александр Поветкин, Николай Басков и Рой Джонс. Басков. Молодец. Почему? Потому что мне не нравится. Неверный ответ, к сожалению. Рой Джонс, потому что он не русский, а все остальные русские. Вот ты добился таких определенных титулов. Как считаешь, тебе отбили голову? Отбили, нет? Считаю, конечно. А в чем это проявляется? Тупить начинаешь. В каких моментах, Стас? Начинаешь запутываться. В чем? В жизни? Да. У тебя есть цель? Какая? Да, есть. Ну, я понял. Какая цель? Получить мастер спорта. А как же твой образ жизни? Поесть борща, поспать, потренироваться? Но это у меня... Что всегда? Но это у меня всегда. Что всегда? Утром борщ, вечером борщ. И ночью борщ? И ночью борщ, да. Понятно. Я смотрю, у тебя разнообразная жизнь. Все в борще. Что у тебя в жизни происходит? Что у тебя на первом месте, на втором и на третьем, скажи мне? Вот на первом что у тебя стоит на первом месте? Учеба. Молодец. На втором? Спорт. А на третьем? Девушки уже. Девочки. Молодец. Медведев Стас, встречайте! Спортивный клуб «Ярополк».